Саша наступил на морских ежей, пол ноги отваливается. Я думаю, только XL спасет в этой ситуации. Но я так и знал. Нога перестала болеть. Настроение повысилось. И нам ничего не остается, как двинуться в гостиницу, переодеваться, идти на вечеринку XL сезон страстей. Двигай вперед. Находимся на второй вечеринке, которая называется «Пенная вечеринка» на сезоне страстей. Дмитрий Закон, здравствуйте. Энергии кипят, люди в экстазе, можно сказать, действительно горят энергиями. Бэк. Это когда молодежь отправляется провести просто три незабываемых дня в Эйлате, когда все здорово, когда всем хорошо, когда все любят, танцуют и просто получают удовольствие от жизни. Сезон страстей — это лучший проект, который существует до сих пор, поэтому мы каждый раз с любовью приезжаем сюда, чтобы порадовать всех тех, кто любит хорошую музыку и классный отдых. Люблю вас, Сыной ТВ, спасибо. Это был MC Фил и DJ Рэм. Недаром сюда подошел диджей Душом. Он услышал позывные Фридома. Время пришло зажечь наши огни. Время пришло сказать себе готов. Время решать, решаем только мы. Время пришло, время пришло. Время пришло зажечь наши огни. Время пришло сказать себе готов. Время решать, решаем только мы. Время пришло, наше время пришло.